тут на барахолке, тут уже не бьются. Печо, ну шо ты? Шо мы сегодня будем? Куча товара, ребята вынесли, капец. Посмотрите. Посмотрите, что сегодня будет. Массовка. Так, друзья, смотрите. Хламчик вынесли сегодня. Продажи. Санька вынес. Конечно, у Сани лучше товар. Оша, сколько товара. Ребята, посмотрите, что творится. Планшеты, телефоны, калькуляторы, перекидные календари, значки, машинки. Все массово, просто массово. Массовая распродажа. Саня сегодня банкует вообще по козырному. Всякие пепельнички, всякие шмекельнички. Короче, Саня конкурент мой сегодня. Я вон куча ножей повыносил. Смотрите, сколько у меня ножиков. Колокольчики какие-то. Да гасти. Ножички, медальки, папье-маше. Доброе утро. Здрасте. И вам не хворать, да? Так, друзья, первая двухсоточка. Первая двухсоточка уже. Продал ножик и 4 зажигалки. Саня, что ты продал? Статуэтку, да? Каслинская, да? Ушла собака. Да. И что еще ты что-то продал? И трубку большую, и трубку, да? Да, ну вот уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы поживаете? Покупайте, пока все дешево. А что, сегодня конечно. Все воровано? Так, если бы. Нет. Жили бы уже в шоколаде. Мы люди, вот видите, ага. По новому и старому завету живем. А-а-а. Мы не воруем. Это знаешь, как идешь в метро, бабулька такая. Так, друзья. Мы в кафе ходили, уже еще 2 ножика продал. Вот, уже 400 гривен. А, печа. Да, ну аккуратно. Бабло уже пошло. 2 ножа продал. И по 100 рублей. 3 зажигалки. И еще один там ножичек. Ну, в общем, вот так вот что-то. И Саня продался. Потому что бабла, блядь. Цена же тоже, блядь. Так, ребята, ну что, продал еще. Колокольчик ушел. 2 броши женщина забрала. А что еще я продал? Нож. А, нож продал охотничий, ну, за те же деньги, которые покупал, но он уже, а там кусочек поломанный сбоку, с той стороны. Стой, стой. Да не, я вижу. Вот это? Да, да, да. Вот это тоже старый, кстати. Товар, да? Да, хорошо. Такая массовка. Друзья, продал нож белочку, нож космонавт продал. Ну, опять же, за свои деньги. Ну, надо все разбрасывать, потому что... Санька, ты ничего, да, сейчас не продал? Давай я у тебя что-то куплю. Пейча, ну что, как тебе базар? Торгуем. Поторгуем, поторгуем. Ну что, ребятки, это как, вот ты за свои продаешь деньги, но оно окупилось, то есть нет смысла держать. Вот, например, броши я продал за 50, там камней нет, у женщина забрала, ножик, я его в инете не продам, белочку я тоже продал за 70 рублей, этот рыболовный за те же деньги отдал, ну, оно все, там копейка и уже... что-то есть. Так, друзья, Саня Волков продал 3. Да, там двушка. Да, там двушка будет. У нас сегодня все перекупщики к нам подходят, покупают. Так, друзья, продал только что набор такой у меня был из
ложка, ну типа вот такая. Все что-то думают, что мы вышли сегодня на базар, потому что у нас что-то случилось. Люди говорят, мы не хотим отходить от ваших столиков. Ну, у Сани вообще там капец. Я взял хлам, Саня взял он классный товар, я хламину понабирал. В общем, ребята, продал вот такой еще нож сейчас, где он. Все что-то думают, что у нас что-то случилось. Ну, а что, нельзя людям... Криза. Да, типа кризис, странно. В общем... Какой я продал ножик. Блин, Таде хотел быстро показать. Ну, в общем, новый. А, новый, только более поздний вот такой. И, ну, в общем, вот так. Ну, нормасик, торгуем дальше.